Веселая музыка, аниматоры и море улыбок. С самого утра на центральной набережной Адлера царит праздничная атмосфера. Сегодня здесь состоится сразу два торжественных открытия. Первым распахнет свои двери четырехзвездочный отель «Грейс Лазурь». Он стал 21-м отелем сети. Грейс Лазурь располагается на первой береговой линии. Это самый близкий отель к морю на всем Черноморском побережье. Он настолько близко стоит к воде, что городская набережная буквально огибает его. Отель новый, отель 4 звезды, полностью сделан в нем ремонт. Отель с очень большой зоной спа, массажными кабинетами, с различными услугами, с хамамом, банями. И очень прекрасная уникальность есть в отеле в том, что он на третьем этаже, на эксплуатируемой крыше, находится огромная зона для отдыха, два бассейна, джакузи. И будут проводиться великолепные, интересные вечеринки для гостей нашего отеля и также для всех гостей города. Вы точно не пропустите прекрасные закаты и рассветы, ведь с крыши открывается практически панорамный вид на весь город, побережье и, конечно же, пляж. Не менее уникальное место, чем сам отель. Еще. Это пляж «Лазурь», центр Адлера. Самый лучший пляж, единственный, получил награду «Зеленый стандарт» Green Beach. У нас на пляже несколько зон. Зона с детьми, зона без детей. Проводятся на ежедневной основе анимационные программы, конкурсы, вечеринки, пенные вечеринки. Можно отдохнуть в кинотеатре, насладиться любимейшим фильмом. Также можно будет отдохнуть в нашем кафе «Глазурь». Приглашаю всех, ждем, очень рады будем видеть. На пляже основательно подходят не только к развлечениям, но и безопасности. Вся территория находится под круглосуточным видеонаблюдением и охраной. С 8 часов утра и до 8 вечера за отдыхающими внимательно присматривают квалифицированные спасатели и медики. Вы находитесь на пляже «Лазурь», а это непосредственно медицинский пункт. У нас все есть медицинское оборудование для оказания первой и неотложной помощи. После небольшой экскурсии центром торжества вновь стала главная сцена, которая расположена у самого моря. Поздравить Сочи с началом высокого сезона приехала королева русского R&B, певица Бьянка. И, как говорят организаторы, это только начало, ведь вечеринки уже распланированы на весь сезон. Евгений Самборский, Дмитрий Петрий, «Время новостей».